Вот это самый красивый. Подчеркивает глаза. Да что ты? Купишь два за полцены и отдам. Ух ты! Опять ты? Твоя лавка? Нет, папа моего. Почем? 800 рупий, пожалуйста. 800 рупий? Стой, стой! Для тебя 550. Невероятно. А что? Папа оставляет лавку на тебя? Он просто пошел сражаться с повстанцами. То есть его в армию призвали? Нет, он к ним сам пошел. Правда? Я бы тебя на его месте одну не оставила. Ладно. Вот тебе 300. Давай так. 400 рупий и Ганеша. Зачем он тебе? Он сломан, видишь? Ты что, не знаешь легенду? Ганеша сразился с Парашурамом у порога своего отца. Да, защищая своего отца, Шиву. И потерял один бивень в этом бою. Любопытно. Ганеша не продается. Вовремя. Так вот, держи, 600 рупий. Сдачи не надо. Подожди. Эй, тебе нужен проводник. Да, и сколько запросишь? Надо попасть на грузовик, пока не уехал. А твой Ганеша? Сколько ты за него хочешь? Не продается. Извините. Что? Пойми правильно. С техникой у тебя порядок. Но Ганешу мне верни. Пожалуйста. Ладно. Хвалю за старание. Через мост никого не пускают. Это очень опасно. Вот что, малышка, нам было весело. Но теперь тебе пора домой. У меня в лавке есть кровать. Сдам за 300 рупий. Лучшая цена во всей Индии. Извини, я не могу. Меня там машина ждет. Это плохая идея. Повстанцы, они очень злые. Слушай, мне надо кое-кому помочь. Знаешь что? Когда я вернусь, с меня пицца. Окей? Окей. Все. Черт, чтоб тебя. Дяденька! Боже! Я папу потерял. Он пошел за мороженое, я не могу его найти. Тихо, тихо.
бедняги. Итак, красная дверь. И все? Лучше, чем ничего. Попробуем. Просто зона боевого конфликта. Ничего особенного. Почему они еще здесь? Проваливайте, пока можете. Бегом, бегом, заходим! Он здесь! Что вы делаете? Смотрите! Живо! Я ничего не сделал! Проклятый шпион! Что? Нет! Фу! Заткнись! Он лжет! Нет! В машину! Шевелись! Вы ошиблись! Я вам клянусь! Я сказал в машину! Живо! Дернется! Пристрели! Слушаюсь! Ты! Со мной! Ублюдки. Проваливай! Пошел! Чего толкнулась? Ну, выбора у меня нет. Эй, погоди! Куда спешишь? Я же не знаю, вдруг прячешь чего под подолом. Руки вверх. Эй! На улицах опасно по ночам. Эй! Где живешь? Ты глухая? Отвечай! Я спрашиваю, живешь где? В Арафте. Я сейчас занят. Подождет. Слушаюсь. Ко мне срочно. Вас понял. Ты со мной. Остаешься. Сэр, а это... Да пусть идет. Слыхала? Вали. Повезло им, что я тороплюсь. Сейчас нас сменят. Поспать бы. В грузовике поспи. Нет, спасибо. Это последнее? Почти. В переулке еще пара. Сегодня выезжаем? Скорее бы. Местные достали. Нет. Оса сказал еще неделю. Как вовремя. Еще неделю в этой дыре. Помню. Розовый лотос. Что это значит? Для нас это большая победа. Не ожидали. Давно примкнул к движению? Да, я с составом еще с тех пор, как он стал... Thank you.
Розовый лотос. Я представляла его иначе. Одна на складе, одна. Слышь, дамочка, ты кто такая? Какого? Ты попалась! Ты опоздала, Фрейзер! Я тоже тебя рада! Проклятье! Они перебили первый отряд! Это как понимать? Я-то думала, ты профи! Да расслабься ты. Дольше проживешь. Расслабься? Я Сава месяц выслеживала. Он же совершенно непредсказуем. Еще один вояка мается без войны. Ты просто его не знаешь. Он постоянно меняет диспозицию и маршруты, и мы не можем так глупо рисковать. Мы? Внесем-ка ясность, это мое дело. Хочешь в долю? Играй по моим правилам. Что скажешь? Тот, что с бородой. Вот и умница. Красивый. Нравятся психопаты? Кто без греха? Где их штаб? Верхний этаж, балкон. Мигом управлюсь. Так. Ну или так. Ищем диск. Премного благодарна. Глядим в оба, да? Да. Боже. Это я возьму. Фрейзер, угу. Смотри. О, интересно. Заперт. Ничего. Что за карта? Западные Гаты. Территория Хайсалы. Черт. Ничего. Все-таки это не новость. Красивой. Ищите, она где-то здесь. Сюда! Черт, уходим! Надин Росс. Приятный сюрприз. Осторожно, братья. У тигрицы есть когти. Асав? Сколько лет? А ты все так же юна. Ну, спасибо. Работу ищешь? Ну, после смены руководства в твоей компании... Временная заминка. Все поправимо. Конечно, конечно. Но жаль. Нам очень нужен человек твоего калибра. Зачем ты здесь? Это ведь совсем не твой профиль. Коллекция неплоха, скажу прямо. Хлоя Фрейзер. Спец по древностям. Воровка.
Работаешь на воровку? Сэр, там происшествие. Сэр, розовый лодок. Что? Кто-то перебил весь отряд. Прием. Сейчас буду. Диск. А, ну да, диск-то. Вначале я приняла тебя за обычного повстанца. А. Но тебе удалось найти Хайсальскую империю. Неплохо. Но главную реликвию, Бивень Ганеши, найти посложнее. Что ты делаешь? 3 вторжения персов. 3 разных войны. И за все эти годы его так и не нашли. Найдем. Блефуешь. Единственная надежда хоть сузить круг поисков, призвать на помощь кого-то, кто способен раскусить артефакт. Того, кто много знает о хайсальской культуре. Именно. Эксперта по хайсальской истории. Я беру недорого. Паразитку, которая хочет нажиться на нашей борьбе за идею. Это отказ? Он не хочет. Ты смелая. Хвалю. Но таких экспертов с меня хватит. В реку их. Пристрелите в воду. Незачем. Сами выпрыгнем. За ними! Сейчас было. Грубо, но эффективно. Ты собиралась меня сдать? А я думала, ты профи. Это называется импровизация. Это еще как понимать. Ты позволила Осаву застать нас врасплох. Стоят ли такие услуги половинной доли? Так и знала. Ты хотела меня сдать. Да, Горбатова могила исправит. Ты меня вообще не знаешь. Предупреждаю. Те, кто меня предают, платят жизнью. Вот, река, надеюсь, твой человек на месте. Черт! Пора уходить. Так, это опасно! Прыгай! Господи! Держись! Спасибо! Давай! Диск у тебя? Диск у меня! Валим! Боже, не так! Не так уж вы круты! Не время глумиться! Бежим! Вроде цела. Они движутся к реке. Издевайся.
Сколько там еще? Еще час. Пока все по графику. Хорошо. Бевень Ганеши. Он же погибель хайсальской столицы. Глянь на него. Как успехи? Потихоньку. У нас каждая секунда на счету. Ты все напрягаешься из-за его дутого эксперта? Ха, не парься. Асаф либо уже в гатах, либо у нас на хвосте. И у него есть оружие, транспорт, сотни бойцов и... Говорю же, не парься. Это похоже на ключ. Может. Ну-ка. Так. Трезубец. Оружие Ганеши. Лук со стрелой. Парашурамы. А топор — это дар Шивы. Великая битва. Что? Битва, в которой Ганеша лишился бивня. Если мы найдем эти символы, найдем и бивень. Неплохо, Фрейзер. Да, ну. Скажи спасибо моему папе, он увлекался мифами. Тебе пригодилось. Он должен тобой гордиться. Солнце почти взошло. Пойду собираться. Молодец. Только усилий, чтобы уладить спор. Для спокойствия моей души. Ну, красиво. Вот. Странно-то. Прости, что сомневалась, Хлоя. Это Хайсала? Хайсала. Эта постройка древняя, так что мы явно на верном пути. Что? Подозрительно. Тебе все подозрительно? Нет. Мы прошли почти сотню миль, и ни следа Асава. Ну и хорошо. Может, застанем их врасплох. Это вряд ли. Я ищу бивень, а ты Асава. Как скажешь. Хочешь, поведу? Нет. Я не против. Я против. Мне нужен контроль. Давай просто насладимся моментом. Есть глупый вопрос. Ну, не томи. С чего ты взяла, что бивень еще там? Иначе он бы уже всплыл в каком-нибудь музее. А я даже ни разу не слышала о хойсальских выставках. Я и о хойсале не слышала до этого заказа. Ну, в этом виноват их последний король. Молодой, безрассудный, так хотел похвастаться богатством своей империи, отстроил новую столицу, чтобы хранить там бивень. А потом навлек на себя персов. И нас. Да, теперь и нас. Эй, смотри, толпа фламинго! Освежает. Спасибо! А предупредить? Да брось, весело же. Ну, приятно ведь побыть на природе. Вдали от города. Тут тихо. Часто здесь бывает? Вообще-то, нет. Глянь, впереди. Стой, стой! Надо же. Хойсальские руины. Через ворота проедем. Сейчас посмотрим. Древние столицы. Что тут? Халибиду и Белур.
Я думала, это Ганеша и Шива. А, надо же, ты запомнила. Ганеша – покровитель Халибиду, более новой хайсальской столицы. Шива – покровитель старой столицы, Белура. Но красиво сделано. Как укрепление гроша не стоит. Кварталы скульпторов, судя по всему. Мы еще на окраине. Не знала, что ты археолог. Ну, не я, а папа мой. Ну, а я просто воровка. Эй, в машине есть лебедка? Вроде да. О, класс. С воротами разберемся быстро. Ты хочешь просто их выдрать? Ну да. Или динамит есть? Дело твое. Видимо, нету. Ворота. И поехали. Чего притихла? У меня просто легкий шок. Я как-то ожидала от тебя более бережного отношения к древним руинам. Сантименты в нашей профессии смертельно опасны. А что, большие летучие грызуны? Ну, вообще-то нет. Ну да. Ближе к приматам или лемурам. Хорошо, я поищу. Другое дело. Сделано. Асаф. Глазастая. Черт. С ним целый батальон. Внутри может быть еще больше. А мне даже лестно, что он нас так боится. Надо попасть внутрь. Ты сбавь обороты. Сначала надо с этими разобраться. Есть идеи? Да. А то... Так не пойдет. Черт, шума будет много. Между прочим, я умею водить. Не сомневаюсь, солнышко, но мне так удобней. Ого. Здесь можно долго искать. Да, но у нас есть преимущество перед твоим осавом. Три символа. Глянем на карту. Так, посмотрим. Мы где-то здесь. Я буду делать пометки по ходу. Гляди, башня. Ого. Сверху можно увидеть все как на ладони. Может. А как ты вообще связалась с Асавом? И зачем? Не будем об этом. Мне показалось, что он на тебя запал. Не напоминай мне. Пригодился в свое время, но...
Ну, так рассказывай. Не хочу. А если под рюмочку? Никакой рюмочки не хватит. Куда ты собралась? Со мной полезешь? Я бы с радостью, но кто-то должен посторожить машину. Верно. Теперь наверх. И еще чуть-чуть. Вот наши три символа. Думала, это займет больше времени. Топор Шивы. Посмотрим. Показывают прямо на Хайсальские руины. Старая крепость. Стоит прямо на склоне горы. Сделаю на карте пометку в виде топора. Ха. И что это такое? На будущее. Надо глянуть, что за дверью срезутся. Еще одна крепость. Сразу за теми водопадами. Тебя пометим трезубцем. И, наконец, дверь с луком. И еще одна крепость. Возвышается прямо посреди озера. В этом месте нарисую на карте лук. Надо было найти кнопку, а потом лезть наверх. Интересный круговой узор, как на диске. Да, мы в нужном месте. Должно сработать. Глянь наверх. Лук Парашурамы. В башне был такой же символ. Значит, Парашурама. Парашурама. Парашурама, да. Так кто он там был? Шестое воплощение бога Вишну. Великий воин. Ясно. Запомнить бы еще все это. Это было? Сложно сказать. Крепость – странная конфигурация для храма. Получилось! А, черт! Ну, хоть ты перебралась. Черт! Ты видишь другой путь? Сиди там. Или стой. Стой там. Так точно! Прошу прощения. Как ты там? Нормально. А, вот ты где. Развлекайся. А, почти добралась. Есть. Вот это да. Спасибо. Идем. Ну ты смотри. И кто бы мог подумать? Говорила я, это ключ. Ай да умница. Ну что, посмотрим. Что это? Древний хайсальский пазл? А, конечно. Я делаю лук. Парашурама. Что теперь? Теперь мы повернем рукоять и глянем, что будет. Рискнуть хочешь? Ну, знаешь, охота за сокровищами предприятия рискованная. Война в целом тоже. Но если я срываю гранаты Чеку, я хотя бы знаю, что будет. А в нашем деле веселее. Ты слышала? Чувствуешь? Ух ты.
смотри. Охренеть. Там огромный рельеф, вырезан прямо в той скале. А ты боялась, что мы нажмем на рычаг и сдохнем? Да, как хорошо, что со мной дочь археолога. Интересное, небось, было детство. Интересное. Много узнала. Мой папа обожал Хейсалу. И тратил на нее все время. Я же готова ковыряться в руинах только ради выгоды. Понимаю. Я никогда не иду на риск без выгоды. Да уж, наверное. Все-таки рулить армией – большая ответственность. Вторая натура. Компания отца. Я приняла руководство. Семейное дело? Которое я запорола. Тебе ли не знать? Вы же с Дрейком были, не разлей вода. Ну, это мы в другой раз обсудим. Ну, куда дальше? Над водопадами крепость с трезубцем, а на горе крепость, помеченная топором. Стоило мне уточнить о Дрейках, прежде чем на это подписываться. А тут не о чем особо рассказывать. Я хорошо знаю Нейта. Сэма намного хуже. Он как будто из ниоткуда появился. Гляди, трезубец Ганеша. Это я тоже в башне видела. Ганеша, сокрушитель преград. Нет, не то. Не так. В чем фокус? А что? Похоже на кнопку. Так. Получилось. Это уж точно. Ну и что? Придется подлезть. Ну ладно. Вот наш кран. А теперь, наверное, это должен быть трезубец. Умно. Ого, это немного сложнее. Это Ганеша. Добрый день. Ну что, давай пустим воду. Эй, погоди, откуда нам знать? А вдруг там не вода, а лава? Ты издеваешься. Конечно, я издеваюсь. Ну вот. Что? Мне даже жаль, что там не лава. Еще водопад. Да, два из трех. Какие безумные старания, чтобы спрятать бивень. Дело в том, что бивень был символом их величия, олицетворял их богатство и силу. Заманчивый трофей для персов. Да. Но мой отец был уверен, что бивень – это даже нечто большее. Что? Твой отец искал бивень? О, бивень был его страстью. Он был готов копаться в архивах днем и ночью. Все наши деньги ушли на бесплодные экспедиции. Звучит знакомо. Чем кончилось? Я не знаю. Он велел нам с мамой уехать для нашей безопасности. И дальше мы жили в Австралии. И вот я стою здесь, на пороге Халибиду. Это
Забавно. Последняя остановка — крепость на горе. Это та, что с топором. Еще раз, с чувством. Эй, смотри, топор Шивы. Как хорошо, что я полазила по той башне. Это бог разрушения, да? Да, но не в том смысле, в каком ты думаешь. То есть не бомба и взрыв? О, точно нет. Не за что. Ну, пошли. А, Сала против тигра? Не очень честный поединок. Вообще-то Сала победил. Он защищал своего гуру, убил зверя одним ударом. Отсюда и название Хайсала. Хой на их языке значит удар. Ах, сегодня я узнала что-то новое. Потом будет экзамен. Ого! Что это такое? Думаю, скоро выясним. Посмотрим, что эта штука делает. Статуя сдвинулась. Ну, попробуем пройти. Чтоб не провалиться. Иди сюда. Иду. Да что ж такое? Три статуи и два символа. Звезда и кольца. Знаки солнца. Но ты продолжай. Еле отскочила. Я так и думала, что будет еще одна. Как ты догадалась? Бог любит троицу. Да? Увидишь. Так близко? Свежий воздух. Теперь топор. Ну, что такое?
Так нечестно. Рады тебя видеть, Шива. Давай, надо уже с этим заканчивать. Хорошо. Черт! Видишь, это рискованно. Больно. Ну, достоинство. Ну вот. Да будет вода. И теперь три. Знаешь, а у тебя неплохо получается. Быстро учусь. Один вопрос. Ведь ты могла бы заниматься чем захочешь. Зачем пытаться вернуть компанию? Ты серьезно? Мой партнер меня подло предал. Мой помощник удрал с деньгами. Дрейки сухими вышли из воды, а ты спрашиваешь, зачем мне моя компания? Да. Я допустила. Я все это допустила. А что за хрень ты все в руках вертишь? Игрушка от нервов. Она пришла по почте на наш австралийский адрес. Короче, нам пора идти, пока Сав не обогнал. Вот так. Идешь? Да, иду. Как красиво. Сколько времени могло уйти на такую работу? Годы. Десятилетия. Хайсельские каменотесы были мастерами. И военачальники тоже. Ну да. Наверное, это сделано в память о победах над персами. А они были сильны. Это да. Но недолго. Ну, тем хуже для них, да? Знакомый рисунок. Этот рисунок совпадает с тем, что на диске. И что это значит? Не могу сказать. Но, наверное, стоит попробовать. Станцуем? Хоть этот не сломай. Дерзко. Что это? Вот это неплохо. Такого я не ожидала. Готова? Да. Просто залюбовалась. Вот и центр Халибиду. Последнее место хранения бивня Ганеши. Красиво. Что? Что-то я не вижу между двумя статуями Ганеши никакой дамбы. Водопады размыли. Как туда попасть?
Погоди. Да, корона. Это не от ветра. Ты права. Это была сторожевая башня? Здесь и вошли персы. Я об этом городе так много слышала. И вот вижу его своими глазами. Сфотографируй. Отправишь отцу. Это мысль. Что, он не умеет пользоваться интернетом? Ну так напечатаешь и лично покажешь. Этот поезд ушел больше 20 лет назад. Слушай, о, нет, нет, ничего, ничего. Ну что, Халибиду ждет? Да, идем. Ого, неплохой выстрел. Видно, у персов был трибушет. Трибушет? А нельзя сказать катапульта, как нормальный человек. Трибушет — это тип катапульты. Может запускать тяжелые снаряды вроде этого на дальние расстояния. Да? Тебя этому в армии учили? Это я в Википедии посмотрела, как нормальный человек. Готово? После вас. Поразительно. Наши друзья. Парашурама и Ганеша. Друзья? Они тут сражаются. Индуистские боги всегда сражаются. Если не с демонами, то друг с другом. Как-то нечестно. Ганеша без оружия. Ну, ему так больше нравится. Прямо в горе высек? Похоже на то. Сюда. Я за тобой. Смотри, оружие. Ты была права. Со мной бывает. Это все персы? Думаю, тут и персы, и хайсальцы. Первая линия обороны. Вот это уже что-то. Эй, тут еще одна дверь. Посмотрим. Ты даже работаешь? Ну вот. Да будет свет. Тут как будто склеп. Индуисты склепов не строят. Усопших они чаще всего кремируют. Красивая церемония. Антиишти. На санскрите – последняя жертва. Жертва? Тело – это сосуд, данный на время. И его надо вернуть, освобождая место другим. Это красиво. А этим мне повезло. Эй, забирайся! Ничего себе! Боже! Здесь была последняя битва. О, но империю они не спасли. И пусть. Нам же лучше. Вот и вход. Надин, помоги этого сдвинуть. Ага. Давай, парень. Вот так. Извиняюсь. Пардон. Мы близки к цели.
Только бы ближе, чем эти парни. Ну что, знакомое устройство. Только бы оно не пустило сюда тонну воды. Что-то новенькое. Что это такое? Могу предположить, что это какой-то механизм, открывающий ту дверь. Итак, посмотрим налево. Шива дарит Парашураме топор, а справа герой Парашурама отсекает Ганеши бивень. Стоп. Топором? Да. Тем самым, который ему подарил Шива, отец Ганеши? Ну да. Ну и жесть. Отцы и дети. Давай, попробуем открыть дверь. И как это все работает? Ну, думаю, будем разбираться по ходу пьесы. Ну-ка, глянем. Так, фрагмент переместился от меня. И его тень тоже. Попробуем так. Давай-ка сюда. Я, кажется, понимаю. Тени совпадают с партийными местами. Да. Попробую расставить их по местам. Это даже весело. Вот. Вроде получилось. Есть! Дверь открылась. Легко и вынужден. Сала и тигр. Ну вот. Скрестим пальцы. Так и должно быть? Не знаю. Не вгони нас в гроб. Ты зануда. Готова? Тихо. Поразительно. Какого шивы? С языка сняла. Фрейзер! Росс! А нет, нет ничего. Думаю, все будет путем. Путем? Где этот проклятый бивень? Не знаю, я ничего не понимаю. А я понимаю. Твоя Хрисала водит нас за нос. А ты права. Ну, класс. Нет, послушай. Ганеша – покровитель... Халибиду. А Шива – покровитель... Белура. А Белур – это древняя... Ну, столица. Именно. Что, если король специально построил великолепный город, который стал прекрасной мишенью для персов? А прежнюю столицу все забыли. То есть весь город приманка. И его отдали персам, чтобы защитить Белур. И сокровища. Сдается мне, что бивня тут и не было. Никогда. Где Белур? О, черт! Вот так точно не должно быть! Сейчас руки! Хватайся за край!
вообще еще живы? Ну, талант и немного удачи. Эй, неплохо, партнер. Неплохо. Дай 5. Господи, ты чего? Ужасно. Как можно дать 5 и промазать? Эй, поправь, если я ошибаюсь. Разве тут не было водопада? Был. Что это такое? Акведуки? Не. По ним спускаются водопады. Круто. Это что, мы сделали? Ну, это я сделала. Дерзкая. Слушай, ты извини меня за ту бестактность. А. Ничего. Вы бы с моим отцом точно спелись. Он тоже был на редкость упрямым ослом. Знаешь, вот это они заметили. Надо уносить отсюда ноги. Согласна. За мной? Ладно. Воду подводили к воротам, так что надо идти вдоль акведука. Ладно, пойду первая. Похоже, акведук проведен через это строение. Вряд ли мы оторвались. Будь осторожна. Ах ты, господи! Будем надеяться, есть другой выход. Тут что-то вырезано на полу. Для чего это? Ничего хорошего. Видишь эти желобки? Сомневаюсь, что они для воды. О! Наверху, похоже, можно пролезть. Так. Там впереди свет. Бедняги. Не знаю. Я бы лучше сдохла в клетке, чем на пыточном столе. Я учту. Слышишь? Ну да. Ага, это акведук. Наверху есть пролом. О,
Кашивы. Впечатляет. Мой эксперт ничего не нашел за неделю. Может, просто плохой у тебя эксперт? Может. Знаешь, один хайсальский поэт писал, как юный король. Своей милостью положил конец жертвоприношениям. Но древние короли хорошо понимали, что прогресс требует жертв. Ты это людям втираешь? Ладно. Короче, во время войны в этих акведуках вода была алой от крови. И те, кто не сражался, служили стимулом тем, кто сражался. Убери лапы, урод! Ну, пора заканчивать. Скользко. Верни мне мой диск. Подходи. Черт, получай! Довольно собрано. Ага, немного. Давай. Ударами. Видишь ли, чтобы править, прежде нужно посеять хаос. Нет, стой! Я подниму в народе смуту. Я искореню слабую кровь юного короля. Начиная с тебя. Фрейзер, стой! Хватай! Хватит за что-нибудь! За что хочешь? А, черт! Фрейзи! Фрейзи. Фрейзи, Рей. Живая? Да. Вроде да. Эй, аккуратнее. Ты полчаса в отключке. Полчаса? Да. Охренеть. А? Черт, Асав забрал диск. Не спеши. Нам нужно срочно. Эй, полегче, ладно? Идти сможешь? Да, с утра бывало и похуже. Верю на слово. Хорошо, что ты жива. Тебя ведь тут две, да? Да. Ладно, пойдем за диском. И пушками. И пушками. Ворота, мы добрались. Давай откроем. Скорее, священная корова. Это Нанди, привратник Шивы. Наверняка там вход в древнюю столицу. Акведук открыл путь. Ага. Черт. Асав уже туда заходит. Ну так давай спускаться скорей. Нет. В смысле нет? Сэм Дрейк.
Его эксперт — это Сэм Дрейк. Да. Черт. А знаешь, это хорошо. Убью сразу двух зайцев. Надин. Что? Что? Ну, короче, по факту, мы тут из-за Сэма. Надеюсь, ты шутишь. Так получилось. Сэм пошел разведать для меня... Твою мать! ...насчет диска. И не вернулся, а я не могла ты его бросить. Ты втянула меня, и... несмотря на мою историю с Дрейком. Твоя история со Савом интересовала меня больше. Можешь от души, если хочешь. О, я могу. Знаешь что, Надин? Это ничего не меняет. Ты получишь свою половину. Да? Или вы с Сэмом первым делом меня бортанете? Нет, это не в моих правилах. Именно это в правилах твоей породы. А я тебе поверила. Слушай, я хотела сказать тебе про Сэма. Я просто ждала подходящего момента. Ничего. Я пешочком прогуляюсь. Черт. Так. Черт. Это Надин? Вот теперь она вляпалась по уши. Доберусь до нее. Залог мне уже не вернут. Тебе помочь? Ну вот. Не за что. Ты врала мне в глаза. Я не врала. Я просто умолчала про Сэма. Охренеть. Асаф нас обходит. Нам нужно спешить. Нам? Вот черт. Слушай, я... Говори уже. Ладно, раскроем карты. Ты мне нужна. Раньше надо было думать. Без меня ты бивень не найдешь. Но облажалась я. Да. Это типа извинения? Если это успокоит твои нервы, то да. Слушай, нам обеим тут есть что потерять. Разве нет? Имей в виду, для меня главное бивень. Не Сэм Дрейк. И уж точно не ты. Как скажешь. Что ты делаешь? Заметаю следы. Ха, хорошая мысль. Ого, что это? Ну а на что это похоже? Что они такое делают? Пытаются срезать. Лопни мои глаза. Ух ты. Короли повели своих людей в эти туннели. Что? Мы нашли не вход. Мы нашли заднюю дверь. Тихо, не бойся.
все? Застряла. Но вроде не ранена. Похоже, из-за тех взрывов тут все обрушилось. Спокойно. Не бойся. Сейчас мы тебя освободим. Ты. Ты мне или слонихе? Обеим. Тише. Тише. Вот так. Вот так вот. Куда она нас несет? Куда захочет. Вот. Хочешь поесть? Вот так. Еще? Какой аппетит? Слушай, я... У меня вообще проблемы с общением. Ты эгоистичная сволочь. Да. Все так. Я эгоистичная сволочь. Да. Приятно слышать. Ну, слыхал, папа? Хоть что-то я переняла. Что с ним случилось? Он не умел вовремя остановиться. Получил от Министерства культуры финансирование очередной экспедиции. Убедил их, что он на пороге открытия. Как всегда на пороге открытия. Но... На его лагерь напали бандиты, и тело нашли через месяц. А мне осталась эта побрякушка. Сочувствую. А, да брось. Это был его выбор. Ну, слушай, Фрейзер, тебе не нужно. Что она делает? Я думаю, бежит. Останови ее! Попроси их послановить! Посмотри. Вот куда она так спешила. Так вот, по поводу Сэма. Ладно, я поняла. Проехали. У нас у всех бывают проблемы. Давай мы просто об этом забудем. Ладно. Хорошо. Пошли. Даже если сегодня у нас больше ничего не выйдет, мы хотя бы воссоединили семью. Ага, только близко не подходи, у них там детеныш. Точно.
Эй, там наверху. Я вижу свет сквозь воду. Привет, Белур. Не каждый день выпадает увидеть тайный город, который много веков никто не видел. Кроме Осава. Кроме Осава. И его людей. И его людей. Готова? Ты все удовольствие испортила. Понимаешь? Я готова. Ух ты! Наверх! Осав не нашел вход и сделал его сам. Как-то мало у него уважения к предкам. Осав уважает только Осав. А красоты вокруг все больше. И если кто сомневался, что это Белур, вот Шива. И Нанди. А это Ганеш? До того, как получил клановую голову? Возможно. Или это Картикея, старший сын Шивы. Он бог войны. Похоже, их дороги разошлись. Вот черт! Они взорвали вход. Наверное, этот взрыв мы и слышали. Должен быть другой вход. Они хотят задержать нас. Да. Сюда, Надин. Ну и вкус. Поторопись. Надо догнать остальных. Иди, враг. Вижу их. Готово. Идем. Это большой город. Должен быть и другой путь. Что это за место? Купальня? Тут немного глубже. Подземном озере. А это еще что такое? Что это? Древнее письмо на языке каннада. Похоже на поэтические строфы. Это библиотека? Похоже, да. Фрейзер, сюда. О. Посмотри. Невероятно. Это какой-то алтарь. Правители страдали за свой народ. Они не просто защищали Бивень. Историки считали, что это символ власти и могущества. Но, видимо, они не так поняли. Это был символ народа, их культуры. Символ их самих. А это что? Thank you.
Отец был здесь. На пороге открытия. Почему же этот болван не сказал мне? Ты же знаешь. Ради безопасности. Нельзя отдавать Бивиня Саву. Нет. Нельзя. Спасибо. Скажешь спасибо, если живыми уйдем. Резонно. Не забудь Ганешу. О! Хорошо, что взяла. Сюда. Великолепно. И такое великолепие спрятано от мира. Как мы туда попадем? Тут глубоко. Хорошо. Пожалуйста. Эй, все нормально? Извини, просто надо привести голову в порядок и... Эй! На один раз! Господи, какого черта? Ну, голову освежила? А, не умничай! Я за тобой слежу. Да уж, тут узковато. Привет. У вас прекрасный город. Можно на веревке. Yeah.
Тут все затопило. Тут вверх двери. Пойдем. Так. Осторожненько. О. Что? В уши вода попала. Это мерзко. Сейчас бы полотенце. Бог мой, ты это видишь? На этом этапе у меня уже нет слов. Лопни мои глаза. Подойдет. Что это вообще за место? Тронный зал. Место, чтобы припрятать драгоценный берег. Хорошо бы. Я вижу там лестницу наверх, но она почти вся сломана. Надо как-то подняться. Получилось? Сейчас узнаем. Свет падает вон на ту статую. Похоже, это не все. Если хайсальцы хотели что-то спрятать, они подходили к делу серьезно. И что теперь? А, ну вот. Штука, что она держит. Это призрак. Вроде верно. Ага. Так. Теперь другие две. Ты была права. Ну, конечно. А в чем? Ну, в том месте со статуями и топорами. Ты сказала, Бог Троицы. Три конца у призрака. Свет делится на три луча. Свет бьет в статую, но ничего не происходит. Смотри, статуя не на том месте. А, ясно. Надин, будь зайкой. Да уж поняла. Ага, спасибо. Теперь другая сторона. Вот черт, это сломано. Покажи. Погоди. Сможешь? Ага. Вот. Ты великолепная статуя. Давай уже. Эта штука тяжелая. Ага. Осторожно. Уступ на вид хлипкий. Поняла.
Не, погоди. Что происходит? Мне отсюда не видно. Погоди еще секундочку. Столько воды. Ритуал очищения. Что происходит? О, можешь отпустить зеркало. Нас нашли! Готовься! Подумать только, живые, а я уж прямо заволновался. Идем. Вас уже ждут. Он вас не выдал. Как я не уговаривал. О, Сэм! Господи. Ух ты, кто пришел. Бедный. Ничего. Он слабее бабы. Да что ты. А ты, значит, сильнее бабы. Может быть, проверим. Она как сюда попала. Ты послал за помощью. Вот помощь. Да. Должен признать, ты весьма хитроумна. Сперва украла диск, потом подослала эксперта водить меня за нос. Так ловко? Индийская кровь в тебе и правда есть. Ну, закончим начатое. Встаю, встаю. Что ж, на один раз. Захлопни пасть. А ты отлично выглядишь. Ты не понял? Что за вонь? О, ты уж извини, мне тут давно не выпадала возможность принять душ. Из всех, кому можно было обратиться за помощью... Она не раз спасла мою шкуру. А ты часом не забыла, что она не раз пыталась продырявить шкуру мне и Нейту? Будем честны, это намерение было у вас взаимно? Да, но не в этом дело, а в том, что как только мы расслабимся,
Она вгонит нам в спину нож. Между прочим, я все слышу. Знаю! Я верю ей. Знаешь что? Ладно, я просто немного зол, что столько усилий потрачено впустую. Но тебе-то к этому не привыкать. Ух ты! О, вот здорово, спасибо. Нашли время, девки. Могу добавить. Давай после уроков. Поторопись! Очевидно, это последнее испытание. Ну, мы тут уже не нужны, так что мы лучше пойдем. О, наоборот. Ты знакома с мифом? Видишь? Шива дал Парашураме топор, который тот обрушил на Ганешу, и поверг сына Шивы, одного из величайших богов, на колени. Еще одна жертва войны. Нет. Ты же понимаешь, что он все равно нас убьет. Он прав. Но откажись. И они умрут на твоих глазах очень медленно. Ладно. Хлоя, стой! Шурама. Парашурама и Ганеша. Что теперь? Хлоя, не вздумай выполнять его требования. Тихо. Препятствие ты оставил мне на пути. Что ты делаешь? Заткнись, ладно? Он уступил. Ты живая? Ага. Вот неожиданность. Охренеть. Вот баба с яйцами, а? Я не понимаю. Это идиома. Потому что ты все перепутал, дружок. Ганеша сам позволил ударить себя топором. Это просто бред. Уж для тебя-то наверняка. Просто Ганеша мог одолеть Парашураму в легкую. Но тогда... Великий топор Шивы был бы пустым.
даром. Этим Ганеша защитил честь своего отца. Даже она поняла. А ведь в ней нет индийской крови. Он великолепен. Ну, чего притихло? Могу подсказать, куда его засунуть. Ну, друзья мои, я бы рад убить вас сам, но не стоит гневить богов. Все же вы принесли мне великий дар. И как ты с нами поступишь? Затопит зал водой. Я буду скучать. Да ладно, а без этого вообще никак? Ничто в этом мире не погибает, но возрождается вновь. Давай ты просто нас пристрелишь. Ну да. Пока вода поднимается к ноздрям, у вас будет время подумать о своих деяниях. Может, в будущих жизнях вы исправитесь. Урод. Не знаю, как вы, а я сейчас очень сожалею о многих своих деяниях. И не говори. А уж как я мечтала еще разок надрать тебе зад. Ну, знаешь, я тоже не в восторге от перспективы потонуть рядом с тобой. Слушайте, вы заткнетесь, а? Я пытаюсь думать. Что ты делаешь? Ловкость рук и никакого мошенства. Ха-ха, да! У меня сейчас! Теперь меня! Сейчас! Что у тебя? Да, мы вперед! Ой, дорогая, не хочу торопить тебя! Промокли. Отлично. Пора бросать курить. Прячьтесь. Нас видели? Надеюсь, нет. Где Асаф раздобыл вертолет? Наверное, у покупателей. В смысле? Он говорил про встречу в железнодорожном депо, что-то про оружие. Он продаст бивень. Ценитель древней культуры. Эй, погоди секунду. Я хотел сказать спасибо, что... Профессиональная вежливость. Ну да. Так что, мир? Нет. Ну, конечно. Поспешим и можем успеть перехватить бивень. Ха, а вот и транспорт. Они плохие. Вон, железная дорога. Тормозим. Асаф уже расставил дозорных. Лучше перестраховаться. Да, да, да. Там и потеряем бивень. Тебя никто не заставляет. Я просто к тому, ладно, что ладно, может... Ладно, ладно, ладно. Меньше слов, больше дела. Столько времени с Асавом, и ты не узнал, кто покупатель? Ну, я пытался. Асав скрытный тип. Старался не обсуждать дела при мне. Да неужели? Во всяком случае, он поверил, что я эксперт по этой Хайсале. Хайсале? И по ней тоже. Кс-
Кстати, спасибо, что отвлек его внимание. Ага, я хотел, знаешь, выиграть время на тот случай, если вы собирались меня спасти. Конечно, собирались. Правда, спасибо. Я уж думал, мне конец. Я бы этого не допустила. Твой брат мне бы потом такое устроил. Что это за место? Огоньку. Сейчас. Ладно, их не так много, мы могли бы... Стой! Эта таса по мелочам не разменивается. Будет зрелище. Вашу мать! Это твои? Что они тут делают? Мы же их всех перебили. Эй, Сэм. Что, Сэм? Эй. Спокойно? Спокойно. Ну вот и молодец. Я спокойно. Ладно, дамы, план действий такой. Я беру того, что справа. Вы идете вперед. Черт! И... Поговорила спокойно! Надин, на два слова. Что? Я следую вашему примеру. Да, но... Идем. Я не дам этим продажным скотам загробастать бивень. Только выход завалило. Может, да, может, нет. Посмотрим. Сейчас. Фрейзер, лезь давай. Спасибо. Нормально, почти добрались до депо. Осталось недолго. Так. Это что такое? Вау! Ой-ой-ой, черт! Нельзя было без этого обойтись. Депо уже рядом. Сэм, возьми мою веревку. Иди, я ему свою дам. Меня приняли в клуб, я польщен. Никого. Вперед. На, держи веревку. Спасибо. Ну, прям час от часу не легче. Люди Осава плюс наемники, их человек 20, не меньше. Стоп. Что в этом ящике? Пушки, боеприпасы, может? Может. Я думал, твои не торгуют оружием. Ты... Мои не торговали. Черт с ним, с ящиком. Где бивень? Ну, вон Асав и... Орка. Кто? Мой заместитель. Помню этого типа. Да, точно он. Такой же потлатый. Да? А? Уловила. Все, сделка завершена. Бивень забрал твой орка. А мы заберем у него. Эй, так-так, стоп. Куда? А как же план? Я же говорю, там человек 20, не меньше. Не парься. Дольше проживешь. Я так горда. Я не понял. Ну, прекрасно. Он взлетел. Чего? Оставишь его без. Перед уходом им надо зачистить сектор. Зачистить про нас? Собьем засранца. Ну все, хватит! Да,
хорошо выглядите. Что ты сделал с компанией? Ну, она больше не убыточная. Это был риторический вопрос, Лапа. Надо было пристрелить тебя на острове. Надо было. Не пришлось бы смотреть, как вы убегаете, поджав хвост. Так, может, вы потом отношения выясните, а? Бивень, давайте. Вы с ним партнеры? Либо у вас память отшибла, либо дела идут еще хуже, чем я думал. Ну да, я смотрю, мне тут никто не рад. Это не я опустилась до продажи оружия банде мятежников. Ну вот оно. Вот оно. Вы всегда мыслили мелко. Вы правда думаете, что я выменял бы его на обычное оружие? Да мне плевать. Отдай бивень. Черт возьми. Вы же пропустите фейерверк. Повторять не буду. Ладно. Ловите. Метка. Спасибо. Только разброс великоват. Слезай с меня. Ага, понял. Можно я посмотрю? Эй, вообще-то мне причитается треть. С тобой Хлоя поделится. Слушай, ты тут новенькая, и так в нашем деле не принято. Это плата за услуги. Нет, погоди минутку. Это бомба. Что? Господи, Асаф обменял бивень на бомбу. Фейерверк. Это плохо. Да. Рельсы проходят через город. Через рынок. Так, нужна связь. Сообщим властям. Будет поздно. Если рванет, погибнут тысячи. Ну, это, конечно, ужасно. Но мы-то свое получили. Я... Что? Ты что, правда за поездом собралась? Ну ладно. У тебя план-то есть? Планирование в этой организации пункт опциональный. Позволишь ей себя угробить? Нет, я... Ну, она вроде как права, черт, я не знаю. Это не наша война. Сама сказала. Догонишь поезд, что потом? Бомбу уже не обезвредишь. Согласна. Хорошо. Значит, мы сообщим властям. Это не наша война, а моя. Если бомба рванет в городе, такое начнется. Я не могу сбежать. Устала я убегать. Погибнешь. Не дождешься. Эй! Отложи мою долю. Ладно? На всякий случай. Эй, я тут с ней не останусь. Вылезай. Нет. Это мое место. А. Ладно. Я пересяду. Ну что? Все, едем вдоль моста. Да мы видим тут дорогу. Дорогу проложим сами. Эй, иди за дорогой, ладно? Сэм, ты хочешь за руль? Ну да, хочу. Ты не хочешь, пристегнись лучше. Хорошо, твоя машина.
меня! Задайте жалобы! Удачи, Сэм. Сам-то справится? А тебе не плевать? Но у него бивень. Ты поняла, куда они поставили тот огромный ящик? У двигателя. Хорошо, тогда нам туда. Обменять бивень на бомбу, захватить поезд. Да сам, наверное, это месяцами планировал. Тем приятнее будет все ему испортить. Кажется, мы у цели. Не идет! Давай вместе! Тяжелая паскуда! Лезь, я держу! Все, вылезай! Ого! Больше, чем я думала. Ну так она армейская. Ну-ка, помоги! Боже, не сдвинем! А обезвредить? Нет, сразу взорвется. Ладно, план Б. К локомотиву. Ты идешь? Давай, лезь! Это локомотив. Можем пролезть тут. Давай. Нет! Что там? Ее приварили. Черт! Эй, на крышу! Да, и правда опасно. Не думай, что делаешь. Просто делай. Давай! Ну как? Тут тоже приварено. Надо по-другому. Ну, если у тебя есть идеи, слушаю. Стрелка! Что? Впереди! Там стрелка! Если переведем поезд на другой путь, выиграем время! Вот это неплохо! Вот черт! Не стоим у нас! Нужна машина! Надо. Стоп! А надо ли? Она дама лихая. Сэм. Ну, я просто... Черт! Стоп! Беги! Я не задержу! Ладно. Сэм!
попасть? Не вижу тут мостов и переездов. Вот чё. Неужели сработало? О, господи, мост! Черт! Черт! Всегда считал себя человеком терпеливым. Но вы две шавки особой породы. Хам! С удовольствием тебе врежу. Ну давай! Покажи, как надо! Рискнете жизнью? Ради кого? Ради горстки черни? О, ты невыносим! В моих жилах течет кровь древних королей. Мой народ снова восстанет. Вали его! А выглядишь таким крутым! Это моя земля! Вы-то что тут хотите получить? Мы просто хотим помешать тебе! Бомба? Да я просто куплю другую! Сожгу твой город, воровка! Твоя чернь будет молить о пощаде! Один! Покончим с этим! Тварь! Не рыпайся! Надо уметь вовремя признать поражение! Ваш час пробил! Надин! Я сейчас! Не рыпайся! Я тебя знаю! Тоже у меня спасительница! Мы спросим правительство! Ловцам потребуется пасть! Я свое получу, а ты просто сдохнешь зря! Я умру 1000 раз, прежде чем вам уступить! А, черт! А ты не забыл про мост? Молчи и дерись! Закончим дело! Мерзавка! Вы все испортили! Испортили! Ритуал очищения был бы прекрасен! Почему вы просто не сдохли? Вот и все. Рано радуетесь. Придут еще. Как тот юный король, вы ничего не добились. Ты совершенно прав. Прогресс всегда требует жертв. Фрейзер, нам пора. Ах ты мерзавка! Бежим!
Не будь. Господи! О, Сэм! Забирайтесь уже! Женщина! Да это мышцы! Все так говорят! Давай, давай! Спасибо! Слушайте, как вы оттуда выбрались? Честно говоря, я сама не поняла. А где Асаф? Взорвался с поездом. А, ну что, туда ему и дорога. Вот это вид. Класс. Ага. И дело сделано. О, да. Ну, куда теперь? Надин Росс. Вернешь компанию, выйдешь на рынок оружия? К черту компанию. Да ну. Ну да. Вообще-то я подумываю всерьез заняться поисками сокровищ. Никакая сволочь тут не ищет партнеров. Ну я. Не ты. Окей. Ой, извини, я работаю только с профи. Ага. Где бивень? А он не... Господи. Что, Сэм? Да шучу я, шучу. Вот он. А вы... Ау! Алло! Больно же. Последняя сигарета. Какая красота. Да. А сколько, вы думаете, мы за него получим? Ну, Министерство культуры наверняка наградит нас. Ага. От всей души. Да, партнер? Давай. Да уж, ну вы юмористки. Министерство культуры. Боже, вы что, серьезно? У меня есть частный клиент. А? Ну, послушайте вы минуту. Я все понимаю, благородство и все дела. Ну, правда, я же полностью поддерживаю. Ну, нельзя ли... На, вот, пиццу поешь.